Без тепла в городе на сегодняшний день остаются 19 домов. Такую цифру еще утром назвали в пресс-службе Кировской теплоснабжающей компании. Сейчас коммунальщики продолжают работы в круглосуточном режиме. В 11 домах тепло появилось накануне вечером, хотя крайняя дата подключения отопления стояла 25 сентября. Подключить оставшиеся дома, отмечают в Кировской теплоснабжающей компании, мешают новые дефекты, которые выявляются в процессе заполнения систем водой. Работы по их устранению планируют закончить уже к вечеру вторника. Но опять же при условии, если не обнаружат новые неисправности. Кроме устранения дефектов, бригады сейчас начали восстанавливать дороги и дворы после раскопок. Параллельно еще ведутся работы по благоустройству, то есть по асфальтированию, по засыпке газонов в тех местах, где проводились ремонтные работы и реконструкции. То есть если прошлой неделе все-таки основной упор был сделан на подключение домов и на ремонтные работы, то сейчас начинается активная фаза по благоустройству.